Невозможно спокойно пройти к дому и не вляпаться, негодует Зинаида Анатольевна. Каждый день на протяжении 5 лет она наблюдает такую картину. Владельцы собак выгуливают питомцев несколько раз в день. Только вот убирать за ними не желают. Бардак страшный. Собачники детка ходят утром. По 2, по 3 собаки выгуляют, а где-то часов 5-6 у них вообще, видно, с работой, это столько много. У нас не пройти ни детям, ни людям, везде все это самовкали. Вонь мы на первом этаже, прям это вот ужасно, не открыть окошко. Жительница Одинцова пыталась бороться с проблемой разными путями, обращалась к управляющей компании дома и даже лично просила людей с собаками использовать пакеты. Кто меня матом, кто говорит, что это твоя земля, где хотим, там это ходим, кто там пальцами показывали, какие самые, кто грубостью. Дети сказали: мама, прекращай, кто здесь живет на первом этаже, могут сделать подлянку и все прочее. И я, честно говорю, уже последний раз обратилась к женщине, единственную, которую увидел, здесь с пакетом убрала. Ситуация классическая, но обычно соседям не удается достичь компромисса в споре. Кому же отвечать за порядок? А ведь уборка за своим питомцем – дело 1 минуты, при этом польза для всех. Нужно только сделать выбор, что станет украшением вашего двора. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».